Із того, з перегону. До півторого ночі дивився. Ну, суд оставив його таке. Мы находимся на избирательном участке, который расположен на территории Подгоровской школы. Давайте посмотрим, как проходит избирательный процесс. Кстати, я не наблюдаю здесь сотрудников правоохранительных органов, как бы не видела еще. Здравствуйте. Добрый день. Мы, журналисты телегазеты, пришли спросить у вас, как проходит избирательный процесс на вашем участке. Расскажите, пожалуйста, какая явочка по состоянию на данное время? На данное время 525 человек проголосовало. Говорят, что явка больше, чем в первом в туре. Скажите, пожалуйста, были ли зафиксированы какие-либо нарушения на вашем участке? Нет, не было у нас нарушений, все было хорошо. Скажите, я вот зашла на участок и не видела сотрудников правоохранительных органов. А здесь никого нету, ни полиции, ни сотрудников? Есть, да? Есть. Угу. Хорошо, спасибо. Тихо-тихо. Расскажите, чего вы ожидаете от будущего президента? Чтобы мир на земле был. Щоб нам лученько хоч трошки жилось пенсіонерам, щоб дороги були, щоб наші діти не вилітали отуди, куди очі бачать. І пенсію, щоб добавили. Оце, що ми хочемо. І не тільки ми, всі люди цього хочуть. Да, миру. Миру. І злагоди, щоб не було такого, Безпорядку такого, брехні такої не було. 17 копійок скинули на газ. Ну і хвата. Як не стидно їм. Ми б їм. Спасибо вам большое.